ні за бурчика не надо, і сьогодні тут сюди не заїжджаєш. А там все було старе. Ничего вот он. У нас здесь большая, большая. К нам приходят с того района вот за трамваем. Приходят оттуда. Смотри. Вот здесь была песочница. Нету ни одной качели, ничего. Была сейчас, но просто здесь не ставят. И обращение. Вот здесь был целый комплекс металлический. Городок. Давайте дома разбирать, они в плохом состоянии. Ты не спокойно, вот голос такой. Сколько, Олег Иванович, сколько у нас потребность площадка по району? Я думаю, потребность. У нас уже срезал, сказал, мы вам поставим. У нас все срезали, ничего не поставим. Нет, своего комплекса. Ты поставил, я обращусь в город. Ну, мы все равно все там. И еще вот просьба. Смотрите, делают стоянки. Чего? Это невозможно. Это проблема общая. Не только общая городская, общество новое. За домом стоянка. Свободно. Нет. Для того, чтобы вот это не было. Ой, не надо приказывать. Не надо. Возьмите вот все. Не надо, все понятно. Идите сюда. Идите играйте. Наше время. Еще, сейчас будем играть. Идите играйте. Вот там, хозяйственный магазин, купите банку краски. Кисточки у нас есть. Давайте телефон. Да вон, через дорогу магазин. Телефон запишите, я же вам отдам. Да не буду я никому телефон. Между прикладом и подъездом огромная дыра. И уже женщина упала, вот с третьего этажа. Давайте посмотрим. С третьего этажа упала и травмировала ногу. Вот маленьким резом шла. Просто в ногу упал мужчина и разбился на. Кровлю все сделали. Сейчас смотрите. Да, сделали. И сейчас третий подъезд полностью. Сейчас. Нет, на третьем подъезде. У вас здесь сделано кровь. Ты что кровлю? В 2010 году, в ноябре месяце, над этими семи квартирами капитальный ремонт был сделан. Там люди жаловались. Нет. На крыльцо. Уже будет буря, неси. Я записал. Да. Хорошо, спасибо. Давайте. Будем надеяться, что его ремонт. Постараемся. Спасибо. Ну, пока только я остаюсь. Спасибо. Ну, и спасибо.